Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. Обязательно загляните в описание. Нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 12 января. Пасмурно, периодически идет дождь. А море, смотрите, взволновалось не на шутку. Температура воздуха сейчас около 7-8 градусов. Попрохладнее, чем вчера. Море бушует. Народ гуляет. И по набережной. И по пляжу. Народу достаточно немного, потому что дождь закончился буквально полчаса назад. Но самолеты все так же летают. Какой-то, кстати, интересный самолет. Я надеюсь, меня ничего со мной не сделают за то, что я его снимаю. Вот тарелка наверху. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!